Доброго времени суток, господа. Продолжаем играть в Atomic Heart. Нам нужно сейчас собирать вот эту подругу вот этой дуры по частям. Всю серию мы этим будем заниматься, наверное. А чё? Зачем я это сделал? Вот это я понимаю, Хором. Да, с размахом сделано. За 5 минут все это не осмотришь. Ну да. Так, метка указывает вниз. Ну, собственно, пойдем вниз. Надо себе какое-нибудь новое оружие для ближнего боя закрафтить. Меня этот топор уже заколебал. Там какой-то еще топор был. Можно его сделать. Подожди, подожди, взлом жопы. А, нет, только по стелсу можно. Жалко. Ну, по стелсу было впадло. Так, сюда меня не пускают. Блять. Бывает. Ну, их можно таким образом останавливать. А, ты как? Что? Ладно. Тихо. Блять, я не успел. Я хотел рывком задоджить. Чем больше игра в эту игру, тем с большим количеством багов я сталкиваюсь, если честно. Ай-яй, ты что делаешь? Блять, не успел урон нанести нормально. Нравится? Так-так. Так. Все ниже и ниже. Сюда нам нельзя. Че ты на меня бежишь? Зачем? С ума сошел? Музычка заиграла какая-то прикольная. А, что? Вы видели? Че, ебанулся? Видели, как он блинканулся? Так, ну и что тут за фигня? Ага, и чё? И все. Что за херня происходит? Так, иди в баню, чел. Блять, меня не пускают никуда. Он застрял. За что может от своей палкой колдовать? Ну колдуй, колдуй, я побежал отсюда. Ты мне не интересен. Новый цикл сканирования. Блять. Конечность. Нога левая. Не обнаружен. Просто отлично. И где теперь искать? Ох, клянусь охлаждением. Эти усатые извращенцы утащили ее куда-нибудь в технические помещения. Уже спешу. Я могу его вырубить, не? Блять, но он успел все-таки свой щит включить. Вот. Вот эти челы со щитами самый гемор. Ладно, пошел экшончик. Ладно, все, экшончик закончился уже, что-то как-то резко. Усатые извращенцы, значит. Подожди-ка. Нифига, тут вкусностей нападало, да? Красиво здесь было, пока всех не убили. Крайне прискорбное зрелище. Так, там сейф. Ты что тут делаешь? Тут имеется сейф, но как к нему пройти? Ладно, видимо, как-то сейчас я буду обходить авантюрно. Можно пойти туда, но метку указывать сюда. Ну, давай сначала все-таки сходим вот сюда, в этот зал. Что здесь? Ой, блин.
Тут происходит вырыгивание всяких растений интересных. О боже, они все повселялись. Иди нахер, подожди, я занят. Все, я уничтожил все рассадники зла. А я могу целиться? Могу. Сумасшествие какое-то. Зато, кстати, из плюсов я с них химии много налутаю. Растение камикадзе, блин. Так, в смысле? Ой, блядь! Мерзость. Да. А в чем прикол? Откуда вы высираетесь? А-а-а. Подожди, не мешай. Надо пойти залутать все эти гнезда. Биоматериалы, найс. Что? Вроде враждебных элементов больше нету. Напротив, тут есть сундук. И кучки хлама. Ладно, это не кучки хлама, это трупы. Ну и говнище. Так, я не знаю, но что-то эта комната пока как-то не реализовалась. Пойдем сюда. О! Так. А как бы мне так намутить? Во, все. Блин, нет, это наоборот. А как мне скооперировать теперь вот эти синие штучки? Да, я выгляжу очень тупым, да? Я согласен с вами. Здесь я просто даун. Так, вот, допустим. Сейчас я просто... Блять. Во. Во, все, наконец-то. Нет? Блять. О боже, ладно. Все, я решил этот замок. Еще пару кликов буквально. Поехали. Это что-то новенькое. Здесь потребуется проявить пространственное мышление. Не потребуется, а придется. Поражают меня эти ваши замки. Тут согласен, конечно. Милый, ты так сосредоточен. Ты думаешь обо мне? Отвали, я занят своим снаряжением. Надеюсь, ты не думаешь об этой противной докторше потаскушке. Ты это вообще о ком? О лишенной вкуса и грации хабалке подонка Петрова, милый. Это доктор Филатова, что ли? Мне безразлично, как ее зовут. Пусть держится от тебя подальше. Филатова предстанет перед судом и понесет наказание за пособничество предателям Родины. Я так и знала, что она преступница, милый. Давай ее подвесим. Обещаю, будет весело. Заткнись, овца металлическая. Что ты сказал, милый? Повтори еще. Отвали нахрен, говорю, все ты слышала. Обожаю, когда ты в гневе. Накажи меня. Это какой-то пиздец. Тут согласен.
Вот эта динамо, кстати, сказать, что восстанавливает энергию, которую затрачивают мои энергооружия, собственно. Так, сгущенку можно разобрать. О, я получил ресурсов 0 с кайфом. Электро. Так, склад. Че, ну по аптечке у меня вроде все ок. Можно. Можно, что можно. Да вроде ничего не можно. Мне ничего такого не нужно. Но я хочу создать вот этот топор, наверное. Или может вот эту хрень. Но топор, мне кажется, поприкольнее выглядит. Но металлолома недостаточно. Или чего там. Ну, неважно, вы поняли. Компонента, в общем, одного. Нейропольмеры пока что тоже коплю. И чё? Забавно. Ну ладно, вот то, что мне нужно. Крас, скажи, почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадёжнее? Например, коду. Подозреваю потому, что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код. А так через них может пройти тот, кто осилил головоломку. То есть вообще любой. Ну вообще этот замок несложный, я не знаю. Ну просто наролил себе проход и все. Кек. Это все, одной рукой морожу, другой калачу. В итоге он исчез в пространстве просто. Я думал, такой в сталкере только возможно. О, здорово. Блять, больно. Иди ты в баню со своим щитом, надоел. Все, умер. Найс. Так, тут дверь какая-то открывалась. А, ну, я понял. И что, мне наверх как-то? А как мне наверх? Так, что-то я пока не очень понимаю, что мне... Что-то мне надо вообще? И здесь ли? Может, я не туда пошел? Хм. Ну, сюда мне точно не надо. Метка указывает туда. А, тут головоломка. А как выглядят особые нейроконнекторы, которые получили ученые из когорта академика Сечина? Нейроконнекторы особого типа обозначаются литерой гамма и выполнены в виде браслетов на правую руку. Литера гамма? А где тогда бета? Или это и есть пустышки? Пустышки действительно маркируются литерой бета. Но первоначально бета-коннекторы были настоящими. Чё-то я не понял. Можно поподробнее? Самые первые экспериментальные прототипы нейроконнекторов с особыми полномочиями именовались бета-коннекторами. Их было всего два. Академик Сеченов выполнил их в виде колец. И что с ними стало? После необходимых экспериментов Сеченов вывел данные кольца из списка особых нейроконнекторов. Для ученых были изготовлены доработанные гамма-модели в виде браслетов, согласно численности научной когорты. То есть браслетов гамма-коннекторов всего 7? Вавилов, Королев, Курчатов, Лебедев, Павлов... Филимоненко и Челомей? Совершенно верно. Что-то пока не совсем понимаю, какая комната мне должна здесь помочь. Чисто в теории, да? И почему вот эту хрень двигать нельзя? Хотя под ней тоже вон там есть всякие приколы. Хм.
Ну, я не знаю. Просто... Типа, ну вот эта вот комната, например, не дает проход сюда. К мужикам, которые машину делают, но... А дальше что? Подожди, тут что-то за стеной интересное такое. Может, я что-то тут еще не заметил? Что-то, что... Должно мне типа помочь? Вот эта хрень мне вряд ли поможет. Я ее еще и подобрать почему-то не могу. Хорошо. А, я понял. Я не заметил. Вот в чем прикол. Все, в этом офисе мы меняем, собственно, вот это вот. Поговорим, посмотрим, что из этого нам нужнее. Но это интересно, слушайте. Ну хорошо, предположим. А этот офис позволит мне пойти дальше? А куда мне вообще надо? Мне как-то нужно наверх забраться, да? Ну вообще, в теории, я взберусь на шкаф и вроде допрыгиваю. Ну сейчас посмотрим. Я не эксперт, конечно, но... Ну, хз, так оно должно было быть или нет, но я сделал так. Что я помню, эти вовчики вначале так жестко меня месили. Сейчас вообще не ощущаю их. Опа. Опа. А вот это называется допизделся, да? Как же мне плохо. Не, этот щит говно на самом деле, мне не нравится. Надо кого-то приморозить жестко, а остальных пока бить. Пиздец, мне плохо. Суки, только толпой могут. А, жить. Нормально, живем. Надо черного убить. Ладно, их осталось всего двое. Попроще сейчас будет. Вот этого без щита надо убить. Бля. Да в смысле? Я думал, ты умер уже. Наконец-то. Твоя очередь. Ух, не знаю, сколько тут аптечек потратил, но очень много. Надо будет покрафтить потом. Так, ну и что здесь? Здесь мы снова головоломку мутим, но сначала хочу посмотреть. Тут ничего нет, короче, понятно. Свинки золотые. Так, а мне куда вообще? Начнем с этого. Мне вниз. А как? Что у вас интересного? Угу.
тут ничего не работает. Но... Я не знаю, зачем я тут паркурю. Я не могу понять, мне вниз? Так если мне вниз, что мне мешает просто прыгнуть вниз, пока оно переключается? Типа вот сейчас я мог, например. Хотя вот здесь открывается еще один кран, причем рабочий. То есть мне как-то сюда надо попасть. А как? А, блять, все было намного проще, лол. Или не было? А, что за началось? А что за прикол? Ну, я пришел сюда и что? Что происходит? Нахрен я здесь? Тут же вообще ничего нету. Я не понимаю, что от меня требуется. Да, я глупый, и чё? Ну, в тюрягу авантюрно вообще никак не получается попасть. Ну, наверное. Может, конечно, тут что-то... Может, я отсюда могу нажать? Да вряд ли. Я не понимаю. А, я, кажется, понял. Или нет? Ну, вот эта труба желтая меня напрягла. Ну, в том плане то, что я ж по трубам лазить могу. Ой, свинки, свинки. Всем баба, я вниз. Просто вот так вот. На похуй. Я не знаю, наверное, так и надо было сделать. Так, а что я теперь мучу? Теперь мне нужно как-то туда попасть. А как? Ну, у меня есть догадки. Или нету, подожди. А с этой стороны что я не посмотрел? Здесь целых ничего. Пиздец, головоломки пошли, конечно. Но типа... Я не знаю. Мне нужно какой-то комфортный, типа, паркур себе каким-то образом создать до туда. Как я это сделаю? Я могу отсюда нажать? Нет, не могу. Пиздец. Что я натворил, как говорится, да? Я не знаю. Ой, не уеби меня. Ну вообще, вообще. Ну вот это выглядит как паркур. Ну-ка. Да, я могу здесь прыгать. Давай затраем, но я не знаю, к чему меня это приведет. Тут есть какой-то выход наверх. Но зачем мне наверх, если это... А, вот зачем. Все, да, ну,
Наконец-то продвижение, ура. Я дошел до этого руля, теперь мы прыгаем сюда. Все. Майор, вы попали в технические помещения. Ножка моей дрожайшей Клары определенно где-то здесь. Ага, истина где-то рядом. Таких железок мне еще не попадалось. В смысле, попадалось вообще-то, блядь. Лишний бой этот робот особенно опасен. Да что ты говоришь? А я-то думал, почему мне так плохо? Но я не могу ничего сделать, блядь, он просто хуйней своей вертит. Он меня заблочил, не могу выйти. Ура, я вышел. Блядь, я этого робота ненавижу больше всего. Самый даунский робот, сука. Не знаю, агрессию какую-то у меня вызывает. Так, надо того как-то убить. Ну, просто вот так вот и убивать. Ну, а что поделать? Ну да, я растратил всю энергию, вопросы. Ну вот, я использовал динамо, оно мне энергию действительно восстанавливает. Но я думал, оно быстрее будет, если честно. Ну ладно. Отлично. Да открывайся ты быстрее, времени нет. Так, я здесь. Подожди, не понял. Я что-то пропустил? Ну да, я ногу не взял. Я думаю, что за фигня? Че я вышел в лобби? Раз. Я у Дмитрия Сергеевича не видел на руках никаких браслетов. То есть его альфа-коннектор выглядит как-то иначе? Совершенно верно. Альфа-коннектор уникален. Его форма и местонахождение являются самой важной тайной академика Сеченова. То есть альфа-коннектор должен хорошо охраняться? Этим занимается отряд Аргенту? Нет. Доверять в этом вопросе живым людям было бы слишком рискованно. Охраной коннектора занимаются личные телохранительницы Сеченова. Близняшки балерины? Люблю смотреть, как они двигаются. Такая элегантная походка у них. Что-то они мне напоминают. Вот как? Можете сказать, что именно, товарищ майор? Что-то... что-то хорошее. Черт, ни хрена не помню. И нога. Ну и технологии, конечно. Самовосстановление. Так, все, ногу восстановили. У нас еще сколько? Раз, два, три метки. Пиздец. Вот это квест. Ходить по частям робота собирать. Я колбы запарился таскать, а тут то же самое. Рука правая. Обнаружили. Местонахождение этаж Вавилов. Передача затруднена. Данных нет. Что мешает локализации местоположения модуля на этот раз? К сожалению, здесь я не помогу. На этаже Вавилов сигнал заглушен. Помехой может служить либо экранированная зона, либо находящийся рядом большой длинный аппарат. Большой длинный аппарат настораживает. Согласен. Так, осталось мне как-то... Блять, я не знаю как. Вот так, наверное. Да. Капец, двойной замок. Ну и жесть. Ну, судя по третьему слоту, будут и тройные замки. Да уж, тут действительно есть очень большой объем. Немного, сука, маленький. Идите нахер, окружили уже. Всё, пиздец.
А хрен вас так много, друзья. Это издевательство какое-то, блять. Чинилы. Я их больше всего ненавижу в этой игре. А что тут делать-то реально? Можно хрень как-нибудь разбить? Ой, что сделал? Это я мискликнул. Так, ну метка указывает сюда. Бля, змейка, серьезно? Это что, детская игрушка? Это логический ключ. Интересная забава. Для чего она? Судя по всему, для запуска некоего процесса. Я профессионал змейки. Блять. Но только не здесь, тут что-то у меня управление как-то плохо откликается. Я там хотел затраить и жестко вниз развернуться, но что-то... О, вот так. Что-то не повезло. Изи. Твою мать, Храс, это вот этот процесс я только что запустил. Бегите! Куда? Ты что делаешь? Твою душу! Ну ладно, я ожидал худшего. Сучонок железный напугал до нервных колик. Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Правая и... Пошли искать остальных. Блядь. Гаденыш не дает мне зарядить атаку. А, у меня энергии нет все равно. Не, мне кажется, на калаше им насрать должно быть. Так, бомбардир. Взорван нахрен. Ненавижу тебя. Этот еще сюда прибежал, блять. Я хочу покинуть данное место. Как это можно сделать поскорее? Иди нахер. Разблокируйте выход, сволочи. Мне здесь плохо. Ладно, у меня энергия почти восстановилась. Как же ему похер. Ебать экшон, да? Все? Нет, не все, далеко не все. Ой. Ура, открылась. Трындец какой-то, согласитесь. Хорошо. А почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор?
изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть академик Сеченов, не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Шеф хотел всеобщего равенства, но его разочаровали козни молота. Возможно, вы правы, товарищ майор. В смысле? Академик Сеченов хотел равенства для всех. Это безусловно. Но нет почему-то, что альфа-коннектор существовал, пока его находили. Ну, может, Дмитрий Сергеевич не планировал наделять свой альфа-коннектор особыми полномочиями. Просто должен же кто-то запустить коллектив в самом начале. Может и так. Че у вас тут, прибегало нахрен, а? Без вас тут хорошо было. Пиздец, как же мне плохо. Доджем, короче, их, я не знаю. Вообще, мне нужно засейвиться срочно где-то. Так, правая рука есть. Они же будут меня во время катсцены жахать? Нет, не будут. Повезло. Так, мужики. Тебя здесь не хватало. Ебаный куст застопил меня. Я думал, сквозь него можно пройти. Где здесь комната отдыха? Отдых! Срочно! Я хочу отдыхать. У меня аптечек ноль. Мне срочно нужен отдых. Ух. Блять. Чё фух-то? Он пробежал за мной. Блять, а я не задоджил. Отдых, отдых, отдых. О, какое расслабление, ё-моё. Выберите желаемое действие. Желаемое действие? Мне нужно перенести аптечки. А то у меня их не осталось практически. Но маленьких, я думаю, мне не хватит, конечно. Майор, оружие. Оружие, хочу лису, давай. Лиса отправлена на склад. С кайфом. Пам-п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 ам. Так, я случайно опять вышел. Авторизация. Никогда не привыкну я к этому всему. Так, склад. Тогда меняем топор на лису. У нас освобождается еще один слот. Можно закрафтить большую капсулу с непремом. 3. И типа бац, бац. Одна пусть на складе останется. Так, улучшение. Пойдем посмотрим, что можем для лисы сделать. Лезвие. Но, собственно, это я пока не могу. Сокрушительный удар. Ничего я не могу, блять, потому что вот это говно я потратил. Пец, он еще падает с таких мерзких мобов. Эх. Ладно. Авторизация. Не хватило одного материала жестко. На непрем потратил. Так, зато у нас есть 267 нейрополимеров. Это вообще жесть. Ну и можем вот это вкачать. Так, а это что такое? Повышает уровень автовосстановления энергии. Я думаю, это нужно по-любому. Но это 239. Это жесть, сколько копить. Это нужно несколько таких жестких замесов пережить. Так, ну что, вот так вот выглядит. Топор, у него есть вот такая спецатака. Нормально. Так, можно сходить наверх надо мной, да? И... ну, короче, две метки еще. Ну, надеюсь, там не будет так же сложно, как с первой частью тела.
пойдем сюда. Сканирую помещение выставки. Головной модуль обнаружен. Черт, темень какая. Не к добру. О, нет. Ебанешься их здесь. А, я не попадаю. Ну, для начала нужно, блять, спавнеры уничтожать, я так думаю. Но похоже, что всем похер. Блять, я не думал, что они сработают против меня. Меня заблочили. Валить, валить. О, жесть вообще какая-то. Уничтожено? Да, вроде. Блять, ну и говно. Ладно. Умрите, сволочи. Блять, энергии нет, понимаю. Патроны тратить, чё? Все. Ух, это какая-то жесть была. Лута тут немерено, конечно. Так. Я только говорю то, что там какой-то материал падает с мерзких мобов и... Тут целая комната такая мобов. Че еще не залутало? Тут еще дофига не облутанного. Электро открыл чертеж случайно. Ну, вроде все. Жесть. А что водка дает? А, повреждения понижает. Понятно. Интересно, а что сгущенка давала? Так, я бы зашел сюда для начала. Майор, оружие. А то там вообще трындец какой-то. Так, я хочу покачать свой топор, но, сука, мне не хватает этого говна. Ну, я целую руму завалил этих зомбо-растений и прочего. Оружие или способности. Но материала все равно мало. И при этом расходники еще надо крафтить, которые тоже очень жестко тратят вот эту штуку. Я рот наоборот всего этого дела. Ладно. Пока тогда ничего не будем делать. Интересно. Твою мать, где этот долбанный вход к оторванной башке? Под землей, что ли? Это что такое? Ага, чё, заблочили тебя, да?
А вот со мной так же было. Так, ладно. С этими турелями мы дело иметь не хотим. Просто ползаем отсюда в жопу. Я слышу ромашки. Охренеть, и где тут голову искать? Вам нужно попасть в зал Икар. Он находится на втором уровне этого помещения. И где вход? Вау. К сожалению, у меня нет такой информации. После сбоя тут все запуталось. Я заметил. Может, подать питание на голову? И как это поможет? Прикольно. Не знаю, просто предложение. Ладно, попробуем. Вариантов все равно немного. Терешкова, где тут электрощитовая? На самом верху! Отлично. Потеря связи — то, о чем я мечтал. Бля, какой-то говнотопор пока что, если честно, я не знаю. Он, конечно, быстрее, но я, блядь, вообще с ним что-то по ощущениям ничего не могу. Блять, столько энергии расходует, а демеджа нету. Блять, какие мерзкие роботы, я в шоке. Стоят, что-то срут издалека лазером, в упор не подойти. Умри нахуй. Ты где? Показалось. Иди в баню. Все? Вроде тихо. Остался только мирный чувачок. Я же говорил. Что ты там говорил? Не, ну если он так вот пощечины давать, он вообще ничего не может. А, ну и это типа выход назад. С кайфом. Метка указывает туда. А, я могу теперь за эту дверь пройти? Оу. Ладно. Что-то мне это напомнило. Крас. То есть после того, как идея с бета-коннекторами умерла, были сделаны нейроконнекторы с особым доступом? К сожалению, да, товарищ. Борьба за власть в Кремле не утихает никогда. Партийная верхушка потребовала для себя власти и в коллективе. Все-таки это наше правительство. Мы же СССР. Да. Но коллектив задумался всеобщим для всех людей планеты. А на планете существует не только СССР. Капиталистов и империалистов нельзя пускать в коллектив. Почему? Ведь коллектив задумывался как всепланетное объединение равных друг другу людей. В едином коллективе за людей все будут делать роботы, доступные каждому. В конечном итоге возможности всех людей сравняются. Капиталистам такая перспектива не понравится. К сожалению, такая перспектива не понравится любой правящей верхушке. Поэтому, чтобы не попасть в кровавые кремлевские жернова, академику Сеченову пришлось ввести в коллективе алгоритмы особых полномочий. Понятно. Интересно. Так, ну я открыл это, чтобы не прерывать диалог. А пока давайте прочитаем комп.
Помещение Трансформе. Пространство Трансформера – следующий шаг в развитии жилого и промышленного сектора СССР. В перспективных разработках подвижных зданий учтены все необходимые требования. От защиты и стабильности при землетрясениях до комфорта семей и удобства работы. Навеки уйдут в прошлое жуткие пережитки капитализма в виде коммунальных квартир, бараков и так называемых «человейников», доставшихся в наследие Советского Союза от рухнувшего царизма. Памятка для экскурсовода. Экспонаты в настоящее время находятся в режиме отладки, поэтому посетителям разрешается только смотреть на комнаты трансформеры без посещения этих помещений. Нахождение внутри может привести к травмам и даже гибели. Срочно, опасность. Володя, мне доложили, что белуга, висящая в выставочном зале, снаряжена как рабочая, и у нее даже заправлен работоспособен двигатель. Ты представляешь, что будет, если кто-нибудь нажмет на что-нибудь ненужное? Она в лучшем случае стены снесет, а в худшем представить страшно. Срочно разберитесь, снимите моторы и поставьте стоперы, иначе отправлю в Вавилов. Понятно. Так, извиняюсь. Так, что это, газированная вода? Базированная вода. О, распили меня болгаркой. И чё? А. Да так, ничего, всего лишь лифт открылся, да? А чё, традиционных разговоров во время лифта не будет? Блять, не закрывайся, я всего лишь на секунду отвлекся. Ну, и где здесь самый верх? Не знаю, охренеть. Это что такое? Блять. Отлично, я здесь не могу пройти, застреваю. Я могу в водичку прыгнуть, конечно, вообще на похер. Почему я не могу здесь пройти? Так, я не совсем понимаю, где мне вываливаться. Мне нужно как-то туда. А по трубе, интересно, я могу? Ну, скорее всего, нет. Я по желтым трубам только могу. Нет, видите, я не могу ничего с этой трубой делать. Тут тоже ничего такого. А чё я туплю? Вот этой херне лезть, лол. Блять. Вылезти бы еще для начала. Ну залезь на этот бидон, хули ты плаваешь? Пиздец. Чел не хочет. Вас понял. Религия не позволяла залезть туда. Ловкость рук и никакого мошенничества. Я, по-моему, обратно плыву. Что-то я туплю, не могу понять, куда плыть. Но это я назад плыву, верно же? Верно. Мне не надо назад. Вы не понимаете,
А, ну я не знал, куда плыть, потому что я уже доплыл, лол. Это было логично. Паркур, конечно, мне вообще не нравится. Я часто фейлю его. Положим. Чё дальше? Сюда просто. Блять, как же меня насилуют просто. Хрена башка у него улетела. Было бы забавно, если она еще вот сюда закинулась. Что будет? Не знаю. Нажал на кнопку зачем-то. По фанчику. Питание подается здесь. Вы уверены? Абсолютно. Почему? Потому что здесь мое любимое гребаное реле. Любимое? А как же колбы? Заткнись. Я глуп. Я бесконечно глуп и погиб из-за своей глупости. Если меня будут хоронить, пусть напишут это на надгробии. Да вряд ли напишут. Похоже, что похороны будут общими. А что, погибло еще много людей? Много. Слишком. Фух, это хорошо. Не хотелось бы, ну ты понимаешь, оторваться от коллектива. Вместе она веселее, верно? Обхохочешься. Я глуп. Что произошло? Я пытался бежать, но я не понимаю. Не умею я эти штуки на полу поворачивать. А мог бы открыть проход реле безопасности. Вроде не сложно, но я растерялся, сглупил. А потом бац, и уже везде кровь, и больно, и все. Да там по цвету подкручивать надо, и... Ладно, так бывает. Это не твоя вина. Я передам экскурсоводу, что ты здесь еще. Я согласен с ним, это игрушка дьявола просто, вот эти вот штучки-дрючки. Ладно, это было легко. Так, мне вниз надо, а нах... Хрен, я сюда вышел, всем ББ. Бомбочка! Было прикольно, если бы я дэмэдж сейчас получил. Так, ну и чё здесь за херня? Мне нужно теперь... Блять. Тот пульт. Как-то... А. Ни хрена себе, они не просто лазерами херачат, они какими-то гранатками, типа, маленькими фигарят. А чё, давайте вы пойдете сюда, я не хочу к вам в зал. Давай-давай, заходи. А шо, не получается. Не, блять. Ладно, я беру свои слова назад. Блять. Как же мне плохо. Еще этот говнарь сюда забежал. Здорово, черты.
А, взрыв. Ладно, он маленький. Вроде обошлось, но аптечек у меня все меньше и меньше. Хотя я их нахожу, что в принципе плюс. Так, тут остался чисто мирный чувачок. Посмотрим, чем это нам поможет. Помогло? А как же? Помогло просто до невозможности. Так, что тут у нас? Терешкова, ты меня слышишь? Да, дорогой товарищ! Связь восстановлена! Эй, Терешкова, ну и где там эта твоя башка? Моя? На месте! А голова Клары где-то на вашем этаже! Выберите желаемое действие. Блядь, я не думал, что она прервет. Ой... Ладно. Доступ разрешен. Давайте посмотреть, сколько у меня нейрополимеров. 170. Пока недостаточно. Хотя не знаю, что это крейчу эту энергию. Может, уйти в какие-нибудь другие таланты. Просто сколько я не делаю грейды на эту энергию, всем так похуй. Энергия все равно тратится невероятно просто. Я, наверное, шок качну. Не знаю, как по мне, очень простая и очень эффективная способность одновременно. Сохранение данных. Так, по поводу улучшения. Майор, оружие. По поводу улучшения. Да, есть у нас некоторые улучшения. Можно звездочку сделать, но не хватает вот этой херни. Ну ладно, я покачаю лис. Лису, точнее, а не лис. Так, бонус энергии увеличивает. Отлично. Еще баланс энергии, класс. А вот на дэмэдж не хватило. Ну и все, опять у меня не хватает вот этой жопы. Ладно, можно кассетник поставить. У меня есть кассеты разные. Похоже на детскую головоломку лабиринт. Ну это-то я запросто. А что делать? А, шарик. А куда его... Блять, ну и ну. А куда мне его надо? Что-то я не совсем понял. Какой юркий сорванец, а? Сейчас я повращаю карту, чтобы понять. А, все, вижу, вижу. Ебать головоломки, да? Да как тебя вертеть? Так, ладно, нам нужно влево как-то. Что ж ты? Так, 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 так. Влево. Вниз, вправо. Еще вниз, вправо. Кажется, я понял. Теперь нам надо вверх с тобой, друголек. Теперь вот так. Теперь вниз. Вот туда, вправо. Сейчас все получится. Поехали. Так, таким образом мы переходим на ту сторону. Влево. Бля, плохо видно становится, кстати. Жалко, нельзя вращать этот лабиринт. Не, ну можно его так вращать, конечно. Так, теперь надо подумать, как дойти до той лунки. Хотя, в принципе, я понимаю, как. Влево, 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 дурачок. Влево и вниз сразу, давай. Опа. Майор, вы вообще и направо. Понимаете, что делаете? Да. Ебальник. Я все сделал. Ха-ха. Вот так это делается. А что у меня? А. У меня почему-то камера не двигалась.
О, нет. Чё она там трындит? Зловонный, выделяя гной. И солнце эту гниль палило с небосвода, чтобы останки сжечь до... Дура. Так, башку я нашел. Надо идти дальше. Храс, как думаешь, сколько у нас времени? Не могу сказать точно, но уверен, что немного. Угу. Угу. А. Тут паркурчиком чисто проходить. Так что там с настоящими бета-коннекторами было не так? Так как коллектив изначально планировался без каких-либо особых полномочий, то все в нем должны были быть равны. Это мы уже обсуждали. Зачем тогда вообще понадобились бета-коннекторы? Чтобы уберечь коллектив от непредвиденных угроз со стороны тех, кто может пожелать починить его себе. Это же невозможно. В коллективе все равны. А, черт, альфа-коннект. Именно. Например, группа злоумышленников или некая позиция среди равных могла бы попытаться захватить альфа-коннект. Это могло бы привести к человеческим жертвам, что неприятно. И как бета-коннекторы могли спасти положение? Бета-коннекторы не давали своим носителям никаких особенных полномочий. Но они представляли возможность присутствовать в коллективе, не являясь его частью. То есть полную автономность при сохранении доступа в общую информационную сеть. Ну и зачем? Ну быстрее, бля, пиздите. Вы смотрите на ситуацию с позиции людей. А с позиции кого мне еще? А, черт. Шеф хотел надеть кольца на робот, чтобы они не подчинялись мне. Ведь в коллективе люди будут властвовать над машиной. Совершенно верно. Первоначально Академик Сечин планировал поручить охрану Альфа-коннектора своим близняшкам. Они преданы ему лично. Находясь в коллективе, он мог управлять ими из любой точки земного шара. При этом никто другой не просто не смог бы отдавать им команды, но даже не знал бы, где именно они находятся и что они вообще существуют. Постой, Храс. Но, может, я чего-то не понимаю? Можно ведь запустить коллектив равным для всех, а потом просто уничтожить этот самый альфа-коннектор. Можно. Вот только у меня встречный вопрос. Кто же решится на такое? Академик Сечина. Вы в этом уверены, товарищ майор? Ну, да, наверное. Блять. Чел, короче, откисай. Запарил в натуре. Так, устанавливаю голову. Какой ужас. Так, на самом деле времени у меня сегодня не очень много, господа, поэтому я, наверное, сейчас буду заканчивать, осталось отдых найти. И засейвиться. Так, отдых, сюда. Поэтому... Да соберем робота, может, в следующей серии, господа. Пока, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить новые серии Atomic Heart. Вступайте в группу, заходите в телегу, все есть в описании. Всем спасибо, все свободны.